Бабье лето заблудилось, но еще не зима. Так комментируют сентябрьскую погоду синоптики Чувашского гидрометеоцентра. В целом температура ушедшего месяца была близка к средним многолетним показателям. Но по количеству осадков сентябрь 2013 года занял почетное второе место во всем ряде наблюдений, говорят синоптики. Самый сырой – сентябрь 1948 года. Начало октября тоже не будет баловать жителей республики солнечным теплом. До конца этой недели у нас ожидается влияние циклона, который будет над нами крутиться. Осадки будут, но местами небольшие. Температура воздуха довольно-таки ровная. Ночью минус 3, плюс 2, а днем плюс 1, плюс 6. Ну и самое главное, не будет солнца. Утренний снег сегодня стал причиной ДТП по всей республике. Утром на трассе Вятка водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Водитель 14-й получил телесные повреждения. В ГИБДД причиной аварии считают сложные погодные условия. Сегодня же многие чебоксарцы, добиравшиеся до работы, наблюдали на разделительной полосе Московского проспекта перевернутый джип. На место происшествия выехал автомобиль первой помощи из пожарной части номер 5. Пострадавших нет, отмечают специалисты.